практически на всех матрасах в магазине. А потом увидела это. Такое основание, оно выделяется на фоне других. Оно не похоже на другие. Оно поднимается, опускается. Вверх, вниз. Я даже попробовала на нем полежать. Тело прямо расслабляется. Очень классное ощущение. Супер. Мы купили основание Ergomotion. И на самом деле мы сейчас очень довольны своим приобретением. Хотя вначале очень сильно сомневалась я, в первую очередь. Вот, Миша, конечно, нормально, то есть он как бы был готов к такой покупке, а я как-то не верю вот в эти всякие рекламы и все остальное. У меня долгое время были проблемы со спиной. Спина меня мучила, я помнила о ней каждую минуту. Каждое движение отдавалось болью в спине. Вставать с утра была целой проблемой. Я искривлялась, лицо мое кривилось от боли. Ну что мы сделали? Мы купили основание Ergomotion. Я не изменила ни темп жизни, ни ритм жизни, ни напряженность жизни. Мы купили основание, и боли мои ушли. Да, дорогой? Да. Мне тоже нравится эта кровать. Чего только не придумают, да. А в моем настоящем положении мы вообще, ну то есть как бы основание Ergomotion нам очень помогло. Я открою маленькую семейную тайну. Мой муж храпел. С покупкой Ergomotion мы решили и эту проблему. Как только ночь начинается, я слышу храп, я пульт, кнопочку нажимаю, поднимается немножко основание, и с храпом закончено. Мы спим дальше спокойно. Приходишь домой, поднимаешь ноги, включаешь функцию массажа, и это просто блаженство. Ой, это действительно очень важно. Данная покупка дает возможность нам отлично высыпаться, отдыхать, и все у нас отлично и хорошо.